Всем привет, ребят! Сегодня я хочу вам рассказать о колгане, корень колгана. Его мы купили, когда ездили в Сходницу, в Карпаты, еще где-то в начале лета. Купили мы его почему? Нам сказали, что он очень хорошо укрепляет иммунитет, но нужно правильно его развести. Поэтому мы приобрели для того, чтобы осенью начинать пропивать этот чудо-колган. Смотрите, это вот такие вот по типу деревяшек. Сейчас я вам расскажу, как правильно его развести, как правильно его настоять на водке. Берем водку, но вообще лучше наливать, конечно, в баночку, чтобы потом с крышкой закрыть и настаивать его несколько дней. Берем колганца, открываем. Не очень-то удобно открывать его. Берем щепотку колгана. Вот это у нас уже водка. Берем щепотку колгана, несколько штук, и закидываем это все дело в водку. Несколько штук, можно столовую ложку, но лучше, конечно, чуточку меньше. Закрываем крышкой, кто будет в банке, лучше крышкой закрыть. И убираем его настаиваться в темное место куда-нибудь. Потом, когда колган настоится уже достаточно 2-3 дня, вы за ним наблюдаете. Он должен быть цветом, как коньяк. Вот. Я перелила в банку, настаивался у меня в банке. Вот, все отлично настоялся. Теперь каждый день, осенью, зимой, берете водички, полстакана или сока, или чая, добавляете туда 5 капель колгана. И у вас будет невероятно сильный иммунитет. Поэтому пользуйтесь, ребята.